Дорогие друзья, всем привет! Нас тут утром так нехило тряхнуло. Это первый раз, первый опыт в моей жизни был. Встреча с землетрясением. В море где-то в 150 километрах от берега было землетрясение. Ну, южнее Турции получается. Недалеко от Кипра, как я понял. 5,5 баллов. Это было где-то в 6:30 утра по московскому времени. И я проснулся прям так вот. Ну, так прям под вот это неприятно, я вам скажу, неприятненько. Посмотрел я сразу же с утра все эти данные. Оказывается, действительно, Анталия в зоне повышенного риска. Не максимального риска, но повышенного риска. Но хоть цунами тут не бывает, насколько я понял. Вот, так что все нормально, волны не пришло. Но неожиданно. Неожиданно. Не, в Аликанте, когда я жил, тоже такое было там, но я не чувствовал. Там только говорят, что были землетрясения по 3,5 балла, по 4. Вот. А здесь 5,5. И чувствуется, слушайте, чувствуется. Я надеюсь, что все, что тут строится, строится с расчетом на то, что тут это, в общем и целом, есть сейсмозащита, так сказать. Вот такие вот дела. Берегите себя и будьте счастливы.